позволяющий облегчить процесс запоминания. То есть любая вещь, которая помогает вам быстро что-то запомнить, называется мнемотехника. Ее используют издревле. Древние математики используют ее для того, чтобы запомнить число пи. У меня звал вопрос в зал. Чему равно число пи? 3.14 и какие-то числа. Как раз таки какие-то числа очень нужны математикам для расчетов. Число пи равно 3.14159265. Как я это запомнил? Есть два метода. Первый метод состоит в том, чтобы создать предложение, где длина каждого слова означает цифру. Ну, например, 3.14 я люблю Казахстан, где я – это одна буква, один, люблю 5, Казахстан – 9. Он пинает мячик. Он – это 2, пинает – это 6, мячик – это 5. Хорошо, это только один метод. Второй метод, он более интересный и забавный, состоит в том, чтобы создать образы наподобие цифр. То есть, что вам приходит в голову, когда вы видите цифру 1? На что оно похоже? На стол, на свечу, на палубу или, я не знаю, на пульт. Цифра 2 похожа на лебедя со своей согнутости. Цифра 4 на перевернутый стул. Напоминает что-то? Давайте вернемся к нашей истории, которую я начинал. Итак, начинается история с того, что вы живете в 8 микрорайоне. Цифра 8. Вы живете на 7 этаже, цифра 7. Вы живете в 0,2 квартире, 8,702. Вы садитесь на стул, 4, берете в руки пульт, 1. Включаете 5 канал, 5. Потом вы открываете окно. Окно никак не имеет отношения. Лепите снеговика, то есть видите, как ваши дети. Это цифра 8. Играют руки с клюшкой, клюшка 7. Лебедь 2. И лодка и сундук, это цифра 6. Итак, у нас получилось 8,702, 415, 8,726. Это мой сотовый телефон, если что, звоните. Вы же мой сотовый телефон знаете, давайте перейдем к тому, как я слушаю мнемотехнику. Мнемотехник я пришел когда был учеником, это был 11 класс, у меня был приятный одноклассник. Он говорил, что это так тяжело запомнить слова, а мы тогда готовились к Айлсу. Айлс требует запоминания 2000 иностранных слов. И он говорит, что это невозможно, что это никак я не смогу сделать, я слабак. Ну, это вообще. И вот он мне надоело слушать интервью, я сказал, что за 2 дня выучу 2000 иностранных слов. Через 2 дня я выиграл слово. Подумайте, вы мне, ты проиграл. Но это меня натолкнуло на мысль. Неужели невозможно выучить 2000 иностранных слов за 2 дня? И вот я начал искать в интернете разные методики, техники, но ничего сверхъестественного я не нашел. Нашел только то, что в мире каждый год проводится чемпионат мира по запоминанию, где участники со всех уголков Земли с феноменальной памятью запоминают за один только взгляд большие числа, стихотворения, слова. Никакого труда не составляет. Абсолютным рекордсменом является человек, который запомнил 40 тысяч бинарных чисел. Бинарные числа – это 1-0-0-1-1-0-0-1. За 5 часов. И когда его спросили, в чем его секрет, он сказал, что каждая цифра имеет какой-то смысл для него. Какой-то смысл. Я тоже задумался над этими словами, я не понимал, но спустя несколько лет изучения я понял, что смысл – это ассоциация. Ассоциация – это знакомые для нас вещи. Ну, например, что вам приходит в голову, когда я говорю слово «ти»? «Ти» – «чай». Ничего не имеет, никакого отношения. А если я скажу «ти», который вы берете за две пяти по вечерам, это обретает какие-то знакомые очертания. А если вы скажете «ти», «сайдер», «пати», «паличан» и «закичан», то есть в кухне, это образ в голове, место. И вы визуализируете место. И это называется визуальная ассоциация. Вообще ассоциация делится на два. Первая – это визуальная, вторая – звуковая. То есть сейчас давайте перейдем к звуковой. Звуковая ассоциация состоит в том, чтобы найти звук, созвучие. Ну, например, легко же запомнить слово «оранжевый», «оранжевый». Он в русском языке. Потому что есть такое слово, схожее в русском языке. Также слово, например, модернизация. Modernization на английском языке. Потому что есть такие слова. Ну, например, «почерпение». Что вам приходит в голову, когда я говорю слово «аул»? «Аул». Казахский типичный «аул». А «аул» переводится как «сова». И вы в голове представляете образ, соединяете созвучное слово и перевод. И вот получается «сова», которая летит над горным «аул». Хотите пофантазировать? Давайте я вам дам несколько примеров, но только не с английского языка.
потому что я сказал, что вы можете изучать любые иностранные слова. Давайте с немецкого языка. Что вам приходит в голову, когда я говорю слово «фары»? «Фары» означает «ехать». Ну, наверное, фары, да, такие? Машины и фары. И вы представляете в голове образ. Вы едете на машине, и у вас включенные фары. Слово немецкое «ферен», что означает «каникулы». «Ферен» – «каникулы». Мощное средство – «ферен». Вы проходите все каникулы за мной посуды с «ферен». Ну, например. Также и слово «премия». Очень красивое немецкое слово. Означает «очки». И вы головой соединяете образ, у вас получается «бриллиантовые очки». Правда. Согласитесь, так английский язык, любой другой язык изучать интереснее и забавнее. Точно так же, чем безумнее пример, тем легче его запомнить, как и события в нашей жизни. Да, вы можете начать изучать английский язык, да, у вас будут сложности, но не без этого. Как говорится, вам одна вещь точно не помешает. Это плохая память. Потому что нет такой вещи, как плохая память. Есть натренированная память. Но если вы с помощью фантазии, с помощью предложений, с помощью мнемотехники сможете добить до нужной кондиции, 2000 часов за 2 дня покажется полный ЧПП, как мне 2 года назад. И это моя идея достойная жизни. Спасибо за внимание.